здесь наоборот. Рассмотрим еще одно законодательное изменение, которое позволит иностранным гражданам проще получить вид на жительство в Российской Федерации. Оно касается тех, кто вышел в финал или победил в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе президента. Это открытая площадка, дающая возможность талантливым, образованным и активным людям реализовать свой профессиональный потенциал по всем направлениям, будь то бизнес-проект или общественная инициатива. И теперь специалисты, предприниматели, волонтеры других государств, которые стали финалистами или победили в одном из конкурсов платформы, смогут оформить вид на жительство в упрощенном порядке. И для этого не надо будет получать разрешение на временное проживание. Такая важная мера создаст еще больше благоприятных условий, чтобы привлечь в нашу страну квалифицированных специалистов различных областей.